Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в Мопио! Сегодня я докачался вот уже до Кракена, и мы сегодня еще попытаемся, ребят, прокачаться до монстрика. Нам нужно набрать 5 миллион массы, но за Кракена это сделать довольно-таки просто. Но перед началом ставь лайк, если тебе тоже нравятся Айо игры, а вот эти вот ребята попали в ролик, так как оставили очень много комментариев. Если ты тоже хочешь попасть в следующий ролик, просто напиши что-то под этим видосиком. Ну а мы будем сейчас кушать тут акулы, крокодильчиков. Так, спасибо. 50 тысяч массы я уже собрал. Мне еще нужно, ребятки, сколько-то? 4 миллиона, и я стану монстром. Здесь мы будем с вами сливать всех, кроме, конечно же, наших союзников. Их трогать мы не будем. И, ребят, кусики я давать тоже не буду. Нет, кусики давать мы тоже не будем, потому что мне нужно набрать 5 миллион массы, а если я буду давать всем кусики, то, конечно же, я свою массу не наберу. Хорошо, можно, в принципе, маскироваться и сливать кого-то, да? Знаете, по большому-то счету, если бы я умел нормально батлиться, я бы слил бы, ну, скольких? 5 человек, и все, ребят, и у меня была бы прокачка. Но так как я нубик, да, в батлах я немножечко нубик, и меня сейчас еще за хвостик могут укусить, вот этот вот чувачок хотел меня укусить, но я его скушал, да, 16 тысяч массы я взял, нормальненько. Кто хочет быть следующей моей жертвой, а? Есть добровольцы? Наверное, что нет. Смотрите, здесь практически пустой сервер. Да что ж такое-то, а? Очень много аиксиков я здесь вижу, да, тут еще и баги какие-то, вон там Алексис кто-то что-то написал. Ладно, ребят, но мы тогда поплывем с вами дальше, вот, по этой речечке, плывем. Я вижу, что это ты. Да, я тебе уже давал сегодня делать кусик, больше я такого делать не буду. Он еще немножечко станет каким-то монстром. Знаете, ребят, может такое произойти, что он просто возьмет и захочет потом меня слить. Да, в следующий раз я, наверное, придумаю себе какой-то другой ник, потому что, знаете, ребятки, очень неудобно играть. Все там за хвостики хотят укусить, вот, особенно свои. Своих я никогда не трогаю, но они все равно берут за хвостики, меня кусают. Ну, короче, вот такие вот дела. Да, я прокачался очень здорово, мне просто уже как бы подписчики там писали, что прокачайся и потом уже играй. Ну вот, сегодня я так и сделал, прокачался и играю. Китенок это плавает здесь, да? Ну это по-любому тот китенок, за которым я гнался. Он не вылезет, он будет вот в норку сейчас зайдет. Может быть, мне вылезти тогда? Знаете, ребят, вот тут если еще, например, мы встретим с вами водяного монстра, то он тогда может слить Кракена. А так Кракена никто не сольет на воде, вообще никто. Смотрите, я нахожусь в топ-9, Алексис ютубер, ничего себе. Это круто, друзья, это очень здорово. Так, все, иди сюда, хорошо, все, теперь на топ-9 мы точно с вами закрепились, отличненько. О, смотрите, кто здесь у нас, давай, иди сюда, дружочек. Ну подходи, хочешь хвостиком меня ударь своим, что хочешь, то и делай. Один кусик, окей, давай, иди сюда, укусишь, так и быть. Будешь кусать, нет? Ну ладно, как хочешь. Только что, ребятки, слил китенка. Да, вот он возле пчелок находился, он там что-то мне писал, типа, ты меня не сольешь, и все такое. Я взял его и скушал, ну, посидел несколько минуток возле него, но это, ребят, того стоило, серьезно. Так, ты будешь следующий, тебя мы тоже сольем, иди сюда. Нельзя сливать слабеньких. Ребят, это только что была мгновенная карма. Так, кто будет следующий? О, неужели Мопио начинает обратно немножечко лагать? Короче, друзья, нужно немного торопиться, потому что мопку штормит не по-детски. Ее, наверное, штормило где-то минут 15. Я, конечно же, это в ролик не вставил. За это время я, в принципе, набил миллион массы. Да, я слил нескольких чувачков. И хочу я, ребят, набить 5 миллион массы и стать монстром. Да, я просто еще никогда им не был. Но попробуем, конечно, попробуем прокачаться в этот раз. Хорошо, что мопка уже не глючит. Это здорово. Да, сейчас будем кого-то обратно ловить. Так, что же нам здесь можно есть? Жалко, что очень мало игроков. Они, наверное, просто повыходили отсюда или что? Да, скорее всего. А, вот Кракен есть. Кракена я не солью, ребят. Я нубик в батлах, поэтому мне бы какого-то другого игрока найти. Например, какого-то китенка, либо там еще кого-то. Ну, если, в принципе, он будет на меня нападать, ребят, то я могу с ним побатлиться. Да, я попробую. Попробую это сделать. Я думаю, что, может быть, у меня что-то получится. Не знаю, может быть, выиграю его, может быть, проиграю. А вот наша первая жертва, ребят. Первый доброволец, но он что-то прячется, да, от меня? Да, он прячется. Он боится. Ладно, я его трогать не буду. Я не буду просто дожидаться все это дело. Пусть он себя там плавает, я кого-то другого тогда лучше найду. Вот еще какой-то АХ, смотрите. SL, AX, AL, да? Круто. Мне еще нужно набить, грубо говоря, 2,5 миллиона массы. И я буду монстром. Да, я сейчас монстр, но я тогда буду еще сильнее монстром. Я тогда буду и Кракеном сливать, и всех сливать. Может быть, даже до Черного Дракона докачаюсь первый раз в жизни сам. Потому что я сам никогда не докачивался до Черного Дракона. Посмотрим, может быть, сегодня я это и сделаю. Я просто, знаете, решил сегодня максимально прокачаться. Но не стой у меня перед этим, перед носиком. Прям стоит и все, и не пускай. Что ты хочешь делать? Ты хочешь побатлиться со мной? Ну давай, побатлимся. Ой, смотри, под воду ушел. Хитрец такой. А, может быть, он меня знает, потому что он что-то ничего не делает, ничего не пишет. Будешь со мной батлиться или не будешь? Он мне сказал, что в этом океане очень мало всех, но я иду в другой. Посмотрим, может быть, тут кто-то есть.
в левой части океана. Человек очень мало, ребят, потому что, я же говорю, Мопио очень сильно лагало. Птичка какая-то маленькая, ребят, птичку мы съедаем. Давай, давай, ой, какой я жирный крак, не могу пролезть. Только под воду нужно было идти, чтобы ее слить. Ладно, его я трогать не буду, этого цыпленка. От цыпленка особо и не прокачаешься. Идем тогда, идем, плывем вернее. Не идем, а плывем. Как много лягушек. Лягушек, кстати, я тоже могу трогать. Могу есть, о, здесь-то побольше всех. Папочки, привет, привет, народ. Но только тут все какие-то маленькие очень сильно. Мне бы каких-то китов жирненьких, касадок, там акул. О, это кракен. Кого же мы здесь с вами сольем? Могли бы, в принципе, под островом вот здесь вот сидеть, дожидаться кого-то. Угу, вон кракен плывет. Да, ребят, сейчас вообще здесь никого нету, это печально. Это очень печально. Так, мне бы глотнуть кислородика немножечко. Ты хочешь со мной побатлиться? Ну давай, давай побатлимся, раз ты так просишь. А, погоди, что-то она тут покрутилась. Не знаю, может быть, меня знает или нет. О, я ее еще и укусил, наверное, да? Макина какой-то. Ну, я не знаю, кто это. Ладненько, давай тогда будем в тиме играть, окей. Не буду я тогда тебя трогать. Ребят, теперь у меня в тиме еще один кракен. Все, мы с ним вдвоем. Сейчас будем здесь всех рубить направо и налево. Минус, чувачок. Это что такое? Это что такое? Кто мне бросает? Мне, короче... А, Макина мне бросает вызов. Нет, я так с тобой батлиться не буду. Я могу только с тобой без этого, без круга батлиться. Потому что так я нубик. Ой, иди сюда, смотри, что сделал. Он ударил меня. Ничегошеньки себе. Возле меня ходит подписчик. Это я его охраняю. Если кто-то захочет на него напасть, конечно же, он будет иметь дело со мной. Так, этого мы сливаем. Оп, еще тот его за хвостик укусил. Это какой-то Джокер. Привет. Теперь уже три кракена здесь плавает. Да, прикольненько. Ребят, ну почему здесь так мало народа? Я нахожусь на 8-м месте. Вообще здесь никого нету. Будем дожидаться, может быть, кто-то присоединится. А если мобка обратно залагает, то, ребят, сегодня я, наверное, до монстра не качнусь. Как бы я этого не хотел. Это у меня не получится сделать. Да, тут прям пусто. Тут правда мне кракен говорил, что тут никого нету, вообще никогошеньки. Да не ходи возле меня. Почему ты хочешь возле меня? Ты же мне мешаешь только. Так-то я его солью уже. Все, слил. Кого же мы здесь будем сливать-то? Смотрите, одни только креветки, там рыбки. Больше никого здесь нету вообще. Оу, акула, да, отличненько. Первую акулу мы с вами нашли. Ну вот из-за того, что этот чувак передо мной здесь стоит, я ее не слил. Ребят, ну что это такое? Если у меня будет возможность его слить, я его, наверное, солью. Ну ты прям передо мной стоишь, если ты возле меня ходишь, то не мешайся уже, хорошо? Дружище, я знаю, что ты, наверное, мой подписчик и все такое, но не мешайся. Ну, конечно, ты не знаешь, ты вот сейчас будешь смотреть этот ролик и услышишь меня. Вернее, когда ты его будешь смотреть. А пока ты не понимаешь, что я тебе говорю. Но, ребят, в дальнейшем, если вы меня вот так вот найдете, не ходите возле моей мордочки. Да, потому что я вот не могу других сливать из-за этого. Я бы сейчас акулу бы слил, а так вот из-за этого чувачка я ее не слил, и все. Печально, конечно, очень печально. Ладно, сейчас, наверное, народ будет прокачиваться. Он за мной, вот видите, за мной плывет. О, вот, 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 смотрите, кто это такой. Птичка. Блин, вот вы птичку съесть, да? Там нормально масса у нее была. Два дракона батлятся, это круто. Так, ко мне, ко мне. А, это попугай, кстати, был. Он спрятался, вы видели, ребят? Тут прям несколько игроков батлятся. Вот смотрите, арбузик какой-то батлится, там еще он кто-то. Может быть, и мне тоже с кем-то побатлиться, ребят? Но меня сольют. Я просто нуб в этих вот батлах, вот во всех. Поэтому батлиться я не буду. Да, вот смотрите, какой-то найс и арбузик. Ребят, просто сервер пустой. Серьезно, я даже не знаю, кого здесь есть. Тут, конечно, есть вот несколько акулок, и все, больше никого здесь нету. Она, наверное, еще и спряталась. Да, вот поэтому, когда я вижу какую-то акулу, я прям бегу на нее, чтобы ее слить. И вот этот вот игрок уже несколько раз мне здесь мешался. Так, сюда иди. Иди сюда, сюда, сюда. Еще немножечко не хватило. Еще разочек мы сейчас его попытаемся зацепить. О, лаги, да, у кого-то лаги. Это хорошо, потому что у меня лагов пока что нету. Но если сейчас лаги будут, ребятки, наверное, я буду этот ролик уже заканчивать. Ой, и у меня начинает немножечко лагать. Эй, что такое? Что, мы вас сольем сейчас? Или не сольем этого чувака, крабика? Можно попробовать. Ужас, да, у кого-то лаги. Ужасные, но у меня пока все нормально, друзья. Угу, смотрите, что делают. Ой, смотрите, что они на него напали все, да? Сюда иди, вот сейчас мы его ударим. Давай, давай, способность убьем. А, пчелка. Пчелки, когда бьют, вернее, когда жалят, то мы не можем использовать свою способность. Вот такие вот эти пчелки опасные, агрессивные. Но этого мы крабика попробуем сейчас посливать. А, он боится, да, он боится на нас нападать, на двоих кракенов. Да, кракен меня немножечко зацепил. Аккуратно, ох ты ж, дружочек, ай, блин, сейчас, наверное, обратно нашему сольем. О, смотри, кто вылез сюда, а? Кто вылез? Все, на берег, на берег. Ой-ой-ой, сейчас еще и меня сольют, ничего себе, ага. Не тут-то было. Так, его сейчас, наверное, пчелки начнут кусать. Отличненько. А мы вот так делаем, опачки, вылазим, вылазим, вылазим. Все, мы его слили, это хорошо, ребят. Мы с вами нормально массы подняли.
Слили кита только что. Это здорово. Но тут вот дятлы вот лазают, да? О, смотрите, нормальненько. Укусил, по-моему, я его за хвостик. Или не укусил. Ну, короче, здоровья у него очень мало. Здесь и у меня мало здоровья, и у этого краба мало здоровья, и у моего союзника тоже мало. Так, все идите сюда. Этот вот этот чувачок, он качнулся. Сейчас мы его сольем. Да, это он был дятлом. Сливайте его. Ой, только что меня ударили. А-а-а! Ничего себе, все, меня сейчас сольют, ребят. А, меня сейчас сольют. Все, меня слили. Это капец. Ну что ж, друзья, в принципе, на этом свой ролик я буду заканчивать. Кому он понравился, ставьте лайкусик, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. А с вами был Алексис. Всем пока!